Запомни, поросеночек, мы сегодня празднуем Рождество. Почему? Чтобы не праздновать китайский Новый год. Почему? Как ты говорила, кто мы? Мы не крестьяне, что ли? Не крестьяне, а христиане. Ты меня запутал. Крестьяне — это те, которые на поле работают. Понимаешь? Угу. Ну, ты хочешь подарок сегодня получить? Рождественский. С 24 на 25. Какое Рождество празднуется после Нового года? Католическое сегодня. Ты сегодня хочешь получить подарок? Да. Значит, ты его получишь. А что ты думаешь, тебя принесет зайчик? Какой? Рождественский. Не знаю. Ну, как ты думаешь? Может, какую-нибудь красоту? Сосательную. Типа чупа-чупса там. Большого зайки. А? Не знаю. Ну, в общем, надежды у тебя есть какие-нибудь предположения? Нет. Нет? Тебе и маме подарочек будет. Да? Елочку сегодня поставим, да? Да. Супер? Да. Ну, ладно. Объясняю тебе еще раз. Мусульмане ходят не в церковь, а в мечеть. А что такое мечеть? Ну, это как церковь, только называется мечеть. Вот. Ну, церковь. Ну, для них-то это не церковь, для них-то это мечеть. Ну, они так называют это. Хорошо. А мы называем это церковь. Но они же мусульмане, а мы крестьяне. Христиане, не крестьяне. Что рычишь? Не получается. Что не получается? Правильно выговорить. Угу. Ничего, когда-нибудь получится. Поздравляю вас с Рождеством. Это вам. Мне? Да. Это вам. Спасибо. Как тебе? А как тебе? Подожди, тут... О, карточка. Карточка тебе нравится? Соньки-дримки. Раскрывай. Там двойной подарок, мама. Там, когда откроешь коробочку, в коробочке будет подарок в крышечке еще. Покажи, Кира, свой подарок. Настоящий. Настоящие. Мама, подарок тебе что, не интересно? Да, у меня одна пятерка лежала. У меня вот чего. Что там у тебя? Чего? А у тебя чего? Не понимаю, как она могла выскочить? Закрытая. Отсюда. Не знаю. Закрытая. Ну, у тебя чего? Сережки? Да, вот это. Ну, круто. И довольная? Да. А ты, мама, довольная? Тёмыч, потом будете? Да.